Ну а также не забываем про мой шоп по продаже аккаунта Хищник Store. Ссылка на него будет в описании. Здесь вы найдете топовые донаты на Real World по низким ценам, частые розыгрыши и также ноль скама, потому что за этот шоп полностью отвечаю я. Здесь есть отзывы не накрученные, все честные. Отзывы никакие я здесь удалять не могу, поэтому все максимально честно. Так что Хищник Store, мой шоп по продаже аккаунта, все без скама. Ссылка в описании. И всем здорово, народ, с вами снова Агазилка. Сегодня у нас на релике вайп, поэтому я буду снимать развитие после вайпа на релике с читом Нурик 1.16.5. В общем, сегодня будем пенить, покажу немножко обходов и покажу вам пару причин, почему вам каждому нужно иметь как бы себе Нурик бету 1.16.5. Потому что первая причина — это то, что это 1.16.5 уже, это полный рекорд чита, теперь у нас все отлично обходится. И также у нас типа есть новые топовые обходики. Теперь у нас отлично работает новый Velocity, у нас есть топовый обход Килауры. Сегодня это все в видосике я вам покажу. И также попрошу вас на этот ролик сразу прямо сейчас влепить лайк. Под прошлым видосом вы собрали, опять же, нереальный активчик, потому что это был фри софт. Кто еще тот видос не видел, обязательно альтабнитесь и посмотрите, завезите туда лайк тоже. Мы сегодня будем играть с Нуриком бета 1.16.5. Сегодня поразвиваюсь, постараюсь быстренько построить хату, добыть там бафы, такое, задоначу себе, может быть, кстати, сейчас задоначу себе на кейсики с валютой и немножко начну старт. Давайте-ка быстренько сразу чекнем аукцион. Сначала дешевые. В общем, я смогу сразу все купить бафы, но я как-то хочу купить все именно зелеварки, наставить и сам это все поварить. Порох у нас довольно-таки дешевый, это отлично. Пойдем дальше. Это зелеварки были? Что там было? Нет, это морской огурец. Ладно. Порох, порох, порох. Очень много пороха у нас. Мне нужны бородавки. Потом, во, блейспалки очень дешево, по 10 тысяч, это можно будет вообще на весь вайп закупить 3 стака, и мне это хватит на весь вайп. А так вообще можно одного, один стак нафармить, и этого тоже хватит. Тростничок у нас, то есть примерно на 100 тысяч баланса я смогу себе спокойно закупить, да, у меня уже будут зелеварки, будут бафы, и еще желательно песок, но песок легко накопать, но только потом его надо плавить. Короче, у меня есть уже план на этот вайп, сейчас задоначьте на кейсике с валютой, а перед этим пойду построить себе хат. Так что всем приятного просмотра, надеюсь, вы уже поставили лайк, а мы погнали к ролику. Но в этом видео я играл с читом Нурсултан бета, который можно приобрести на официальном сайте nursultan.fan. Первая ссылочка в описании, заходим, здесь авторизуемся, нажимаем купить. Здесь видим доступ к бета 1.16.5, сейчас цена 799, каждому советую ее оплатить. И здесь при вводе промокода указываем промокод Газилка и лутаем себе скидку 5% на этот топовый софт. Итак, я немножко изменил свои планы. Сейчас сразу откроем кейсы с валютой, все закупим, пока не пораскупали, пока оно есть в наличии. И потом можно будет уже пойти хату строить, уже довольный, с ресурсами. Давайте-ка, я если что, сразу сейчас могу кидрагона прописать. Хотя так инвент заполню, пока что не буду. Так хотя бы смогу голый. Так, первые 15 тысяч полетели. Идем дальше. Посмотрим, сколько нам выпадет. Я купил 10 кейсов, это вышло 129 рублей вроде. И сейчас опять рассчитаем. О, пол ляма выпало. Просто пол ляма так, оп, все, теперь, как бы, за 129 рублей я получил пол ляма сенобалик, это очень уже хорошо, но у меня еще спереди сколько кейсов? 7, и сейчас 8 открывается, то есть, очень круто. Также мне падает теперь после полуляма, конечно же, снова 15 тысяч. Это самое маленькое, что может выпасть. Но мы идем дальше. По сути, полуляма уже выбил, это уже достаточно круто. Это уже достойно лайка. Так что, реально, за такую удачу можно, по сути, влепить лайк за такой контентик. Полуляма — это как бы вторая по ступеньке от высоты. То есть максимум ляма — это полуляма, это очень круто. Дальше мне опять падает 15 тысяч. Уже, получается, 3 раза упало 15к и 1 раз полуляма. Как-то средне идем. Это, по сути, если по 100 тысяч сейчас выпало. Так, давайте-ка, подождите. Неужели опять 15 тысяч? Опять 15 тысяч. То есть 15 тысяч же выпало 4 раза. Я открыл 6 кейсов. Сейчас крутится 6. Не знаю, очень странная тема. Пол ляма дает, а потом просто крутит по 15. О, 75, отлично. На балансе у меня уже 635 тысяч. Я могу уже пойти закупаться, но хочу для вас все это пооткрывать и потом рассчитать уже сумму, сколько мы выбили. Как я понимаю, покупать 25 кейсов с валютой просто одним платежом нету смысла. Можно вот так вот реально на удаче чисто проскочить и выбить все как минимум 100 тысяч. Получается, да, 15 тысяч валюты минимум, 10 кейсов это уже 150 тысяч по-любому, но у меня 650 тысяч. То есть от самого худшего исхода это примерно в 5 раз. Так что это очень отлично. И при этом у меня еще сколько? 3 кейса. 25 тысяч, отлично. Почему бы и нет.
И давайте-ка открываем последние два кейса, рассчитаем. И сейчас пойду себе развиваться, почему бы и нет, с нуриком. Сегодня, может, попробуем кого-нибудь погриферить, найти. 250 тысяч. Ребята, почти лям на балансе. 750 тысяч двух кейсов, а остальные все по мелочи повыпадали. Если сейчас упадет 75 тысяч, будет очень четко. Почему? Потому что это будет у нас уже лям на балансе. И, подождите. Ай-яй-яй-яй-яй. Неужели 15? Ладно, ладно, 940 тысяч на балансе, это первые часы типа вайпа, отлично все. И давайте-ка теперь пройдем и пооткрываем все на аукционе то, что я хотел себе купить. Окей, сначала дешевое открываем, покупаю себе 2 стака пороха на силку на скорку, идем дальше. Я теперь могу себе вообще ни в чем не отказывать, могу даже сразу бафы закупать. Но, кстати, да, можно просто бафы позакупать, но для начала я куплю так, так намного надежнее. Покупаю себе 1 стак, 2 стак, отлично, идем дальше. Дальше. Видел там тростник? Мне тоже нужен тростник. Раз стак, потом тростник, два стак. Дальше нужен светокамень и нарост. Раз стак, потом два стак. Да, носилку на скорку. Идем дальше. Что я называл? Я называл светокамень. 40 тысяч уже, ну дорого уже идет, но думаю, где-то тут заваляется. И песок желательно. А, и нету, смотрите, ни светокамня, ни песка нету. Так что сейчас пойдем добывать светокамень, песок. Это все я ложу в ЕК, и мы как бы прямо сейчас продолжим. Итак, после небольшой паузы я камбэкаюсь, сразу ищем теру сет для хаты. Да, немножко перезашел, все поменялся, придется переехать немножко на другое место. В общем, вот такой сейчас у меня инф полностью. У меня это все мои ресы, что сейчас у меня есть. И также у меня присутствует 702 тысячи на балансе. Прямо сейчас будем думать, что у нас с нуриком бетой можно будет здесь поделать. Первый вариант — пойти поупехаться. Конечно, там один модер в спеке, но можно как-то это все простить себе. Что я хочу сделать, это построить себе где-то здесь хату. Наверное, это дерево просто срублю. И небольшой как бы себе участочек запривачу. Да, это все вот так можно... подстричь это дерево, все отлично, вот оно уже начинает уходить. Теперь я ставлю здесь верстачок, это здесь будет этот остров, это будет мой дом, как я понимаю, так будет попроще мне. Окей, сразу ставлю приват вот так вот, теперь бегу вот так. Надеюсь, этого РГ мне хватит, то есть надеюсь, мне хватит моей привилегии, чтобы это все заприватить. Ставлю РГ, ну допустим вот так вот. Все отлично, теперь здесь сразу же ставлю хом, проверяю, отлично меня тэпает на хом. И теперь давайте-ка начнем наше полноценное развитие. Что я делал поначалу? Я здесь ставлю сундучки, их желательно поставить где-то ближе к центру, вот так вот. Их желательно ставить друг к другу, все отлично, так, так, здесь тоже так. Теперь я здесь ставлю сет-хом. Дальше здесь у меня будут зелеварки. Давайте-ка здесь расчистим место. Как они у меня будут? Наверное, здесь я сделал вот так вот красивые две эти штучки. Тут я поставлю вот так сами зелеварки. На них будут у меня, конечно же, воронки. Как я это делаю всегда. Хотел сказать вагонетки. Окей, давайте-ка сейчас посортирую быстренько сей инвент. Что у нас тут есть? Красиво разложу тотемы. Начнем с этого. Тотем сюда, тотем сюда, тотем сюда, тотем сюда. Дальше перочку беру. Это. Беру вот так. Раскладу бафа, если на меня кто-то нападет, я его сразу убиваю, получается. Поэтому, если что, я готов к гостям, званым и незваным. Дальше сделаю вот так, опустошу себе весь ек, потому что в PvP может пригодиться очень резко. И что-то носить в еке как такового смысла я не вижу. Так. Сейчас немножко паузу сделаю, чтобы добавить себе еще один ак в этот регион, чтобы все было безопасненько. И мы уже вернемся. Так, все, починился топорик, сейчас вернусь через секунду. Итак, все, работа была сделана, теперь я дособираю себе свой инвик, все это теперь рассортируем. Смотрите-ка, с чего мы начинаем? Мы, конечно, начинаем себе с зелеварочек, потому что бафы у меня есть, но давайте-ка я так поставлю зелеварки, и мы потом уже закончим все остальные вопросы. Давайте-ка сразу добудем булыжник, далеко можно тут не убегать, я не взял лопату, поэтому долго буду копать землю, но не страшно, у нас назритого кирка. Один блок только прокопал, я, кстати, этого не знал, что тут так будет все быстро. Ставлю, например, себе 4 зелеварки, мне нужно 12. Булыжника, все отлично. Открываю ЕВБ, это был команд на джетмане была, то есть здесь, значит, нужно сделать так. Зелеварки, 1, 2, 3, 4, отлично. Теперь ставлю крафт, нужно 4, так, вот так сделаю. А, ну так нельзя, блин, сейчас спешу немножко. Крафт, здесь ставлю вот так, потом делаю себе 4 сундука.
эти 4 сундука перекладываю так, делаю себе вороночки. Все, отлично, бафварня у нас готова. Теперь осталось ее быстренько заправить. Делю вот так на 4. Сюда 7, этого хватит до конца вайпа уже, если так по чуть буду наваривать. Потом нужно поставить здесь сундучки, все такое. Давайте-ка это при вас сделаю. Вы тоже можете этому научиться. Это почему это показываю? Потому что я как бы играю в Майн довольно-таки долго, развиваюсь на таких сервах, и это очень компактно, такой мой вид построечки. В общем, в чем прикол? Сюда ставлю воду, под низ можно поставить вот так сундуки. Это как идет экономия места, это очень удобно, парни. А дальше, сюда. Я ставлю также сундуки, это все отлично вмещается. И дальше для красоты, кто любит красоту, кто любит декор, все такое, я для вас показываю, как это сделать еще вот так. Очень люблю использовать полублоки в таких постройках, это тоже очень классно. Вот так ставлю полублоки. Если это все сделать красивенько, именно поменять тут пол, вместо земли поставить нормально, то будет намного красивее. Так тут полублоки. И если что, вот в эту впадинку, так сказать, в эту ямочку небольшую, мы что делаем правильно? Ставим у нас воду. Ставим так. Берем себе ведро. Как раз вода недалеко. Ставлю раз. Ставлю два. И все, теперь у нас есть вода, вот так вот полублоки, можешь тут как-то еще оградить, это уже ваша фантазия. И что у нас получается? Сюда можно складывать пустые пузырьки, сюда можно складывать готовые бафы, сюда можно складывать ингредиенты. Конечно, много людей очень строят автозаливарки, но мне очень нравится их строить, потому что это очень долго, это каждый вайп одно и то же такое. И это очень профитно, я согласен, что построить себе автозаливарку — это профит огромный, это круто. Но это не по-моему, это не мой вид развития, я вообще не строю себе автозаливарки, делаю вот так. Окей, бафы у меня есть, все у меня есть. Можно пойти сегодня грифить с Нуриком. По сути, суть развития заключалась в том, что я получил 700к на баланс и сразу могу зачилиться. Поэтому давайте-ка сейчас пойду искать пару моментиков. Это дал, пошла жара. Я ж забафался, да, я забафался. Кидаю за ним перочку. Все как бы нормально, все под контролем, ребята. Потерял его, потерял. Куда он? Будет пробовать со мной НПХаться, смотрите, какой жесткий. Но по ресам я должен тут перебивать. Я немножко ультанул, собрался жесткий инф. Просто очень нужны сейчас ресы. Нужно поднять, нужно с чего-то стартовать. Поэтому убиваю топера. Вот так вот. Залетаю на РПП. Оп, и пошел сразу. Оп, перку он зафейлил. Славянский зажим яйцами. Тотемчик дал. Второй. Второй бам. Симпл, я тебя люблю. Третий тотем дал. Четвертый изи. Оп, челик втыкает, КТ дал. Килку нажал, через стены бьем, никаких киков. Изи. Ну и также под конец такая закрепляющая дуэлька. Full bypass или World от Нурик Беты. Можете просто почекать. Просто шедевральный геймплей. Посмотрите, как плавленько. Плавненько. Так бам-бам-бам. Славянский зажим.